Мерный стук колес, чай в кружке с фирменным подстаканником и новые горизонты. Петербурженка Анна Ткачева не представляет своей жизни без путешествий, а путешествия без книг. Но для книги в чемодане место не всегда находится, а буккроссинг или обмен книгами – то, что надо. Хотелось бы поучаствовать, внести как бы свой вклад и забрать частичку Самары с собой в Петербург. На железнодорожном вокзале Самары и еще на 13 вокзалах Куйбышевской железной дороги появились книжные полки, где можно бесплатно взять книгу в дорогу. Человек берет книгу в дорогу, прибывая на следующий вокзал, он ее оставляет на такой же полке, забирает, например, следующий пассажир забирает и едет дальше с этой книгой. Акция «С книгой в дорогу» – идея самарских активистов Общероссийского народного фронта. Она приурочена к году литературы. Любой желающий может стать участником, передав в обменный фонд книгу и взяв другую с собой. Мы будем обязательно добавлять, и наш проект будет шириться. Уж то, что на территории Самарской области, это однозначно. А то, что люди, если это возьмут, они, конечно, это принесут своим детям, своим внукам и дадут им почитать. И мы будем от этого только испытывать большие-большие приятные ощущения. Кроме отечественной и зарубежной классики, на полках изданий самарских ветеранов. Эти уникальные издания особенно пользуются популярностью. Очень понравилась и заинтересовала книга «Сказы и байки» «Жигули». Я, наверное, возьму ее с собой. Марина Матвеевна, Максим Гусев. События.